Более 10 тысяч смолян не смогут выехать за границу из-за долгов. Жители региона задолжали около 7 миллиардов рублей. Из общего числа должников более 3 тысяч – это неплательщики алиментов. Ограничение права на выезд из России стало традиционной и наиболее эффективной мерой воздействия на недобросовестных граждан. Напомним, что проверить свои долги можно на официальном сайте регионального управления службы судебных приставов в разделе «Банк данных исполнительных производств».